Здравствуйте, друзья! Давно я не показывала вам свой товар, а на рынок-то продолжаю ездить. Это мои черики. Когда я высаживала рассаду, я вам рассказывала, что я делаю вот такой микс в одном ящике. Например, вот черики. Здесь у меня желтенькие, очень мало желтых. Вот здесь для яркости не хватает желтых. У подруги есть, я иногда у нее беру и посыпаю в свой ящик. Конечно, все взвешиваем, разбираемся там мы с ней. Но иногда вот для красоты. Здесь еще индиго. Вот эти выросли синие. Синие, черные, как я их называю. Никак не росли, но вот сейчас уже выросли. Они такие вот красненькие становятся. И напоминают вкус сливы. У них даже вид, как у сливы. Видимо, это из вот этой серии томатов фрукты. Да? Томаты-фрукты, как я услышала такое выражение на YouTube. А здесь у меня перчик. Два ящика сегодня. Вот так вот два ящика. Хороший, крупный. Вот с такими могут быть завихрениями быть. Ну, я потом, когда перекладываю там в какой-то пакет, чтобы взвешивать хорошо, потому что цена довольно большая в пакет, и которые кривые такие, я отбрасываю, и потом им бесплатно отдаю, потому что им же нужно продать. А мне он уже, этот кривой, тоже не нужен. Ну, короче, вот так вот происходит у нас. Здесь помидорки желтенькие. Принесла моя подруга. Вот так помогаем друг другу жить. Приносит мне продать кое-что. Я, конечно, не отказываюсь. Не всем я такие услуги оказываю. Только самым таким хорошим людям. Это киви. Если кто-то не видел, вот ради них я хотела сделать это видео. Я сама их впервые вижу. Наверное, одну возьму помидорку, потом разрежу, съем, попробую, что это за чудо. Вот так у меня здесь стоит мой товар. Это шпинат. Я вот так положила, может быть, кто-то не знает, как он идет в товаре. Ну, наверное, все знают, так это я сказала, что-то непонятное. И базиличок. Вот так мы делаем такой бунтик зеленого базилика. Вот так. Базилика я много не вожу. Почему-то перестали его так тоже брать. Ну, в августе всегда его плохо берут. Это красный, наконец-то, вырос. На грядке вы, наверное, видели его, как я, когда полив показывала. Вот так он. Здесь 5 штук в этом бунту бунтики. Здесь 5 бунтиков. Тимьян. Тимьян. В зимние особо тоже берут. Ну, понемножку надо для ассортимента, чтобы был, чтобы не забывали, что у меня есть. Руколу берут. И я этому очень довольна. Вот так 3 ящичка сегодня сделали. Сегодня, правда, не было еще заказов. А так обычно я везу прямо под заказ. Кинза выросла наконец-то. Хорошенькая выросла. Ароматная. И такая сочная зелень. Я думаю, что быстро уйдет. Это мята. Такие хорошие бунтики мы делаем. Мята тоже в хорошем таком состоянии. Иногда она уже начинает болеть. Здесь черные листики становятся. Ну вот как-то у нас она второй год. И поэтому не жалуемся пока. Шпинат. Вот так мы по килограмму их развешиваем. Развешиваем. Вот. И ящик на ящик, чтобы становилось все. И петрушка. Петрушки тоже во вторник. Как с ума сошли. Все на мою петрушку накинулись. Все самые крупные продавцы центральника. Все брали мою петрушку. Даже мне не хватило, конечно. Но вот сегодня сделали столько. Я не особо большой, конечно, такой продавец, не крупный, так скажем, есть, знаете, какими фурами привозят. Ну, а я так понемножку вот такой зеленью и торгую. Но качество, конечно же, я поддерживаю, и вот за это они, наверное, любят мой товар. В машину я ставлю ящик на ящик, а сейчас пока так стоит. И сколько мы тут едем, вот в течение часа примерно мы погрузим и доезжаем до рынка, и ничего с ней не случается, и всегда хорошее качество. Короче, вот не мнется этот лист.
Петрушка, она такая надежная, выдержанный товар, проверенный. И тем хороша петрушка, что ее рвешь и рвешь, и она все время подрастает. Правда, наступает какой-то момент, когда начинают листья краснеть. Но у нас как-то всегда мы одну сторону, одну полосу скашиваем, а потом отрастает. Мы пока пользуемся второй половиной, и вот такой у нас бывает оборот. Короче, с петрушкой в этом году у меня полный порядок. И продолжаю продавать тыкву. Так хорошо брали, просто так весело, так скажем. Вот столько могла продать, там еще в ящиках у меня было. Все это я продавала хорошо. И во вторник все остановилось. Меня вот всегда интересует этот наш такой нерегулируемый свободный рынок. Один день всем нужно. В субботу было намного больше, чем столько этой тыквы. Все продала. А во вторник все опять набрали, погрузили, все сделали, намыли, начистили ее, взвешили. Никому не надо. Никому. Ну, сколько я тут продала? Совсем немного. Повезем завтра, потому что хорошо, что этот товар не портится. Август вообще очень плохой месяц для продаж. Наверное, собирают детей в школу. Деньги туда нужны все. Но мне всегда интересно. Вот на тыкву как будто бы денег нет. Ягоды, да, цена большая. Ну, ягоды, конечно, такой сезонный товар. Всем хочется витаминов. Всем хочется вкусненького покушать, накормить свою семью. Все берут. Это тоже можно, конечно, понять. А тыква, она еще будет долго. Все купят, все разберут. А что не разберут, съедят мои червячки. Но я надеюсь, конечно же, продать. И на этом свое коротенькое видео буду заканчивать. Спасибо всем за внимание. Меня зовут Людмила. Канал мой называется «Мои 25 соток». Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, чтобы продвинуть мой канал. Потому что мой канал, я заявила его как, что я живу в частном доме, что я выращиваю зелень на продажу. Но вот сейчас рассказываю про зелень, а, наверное, зимой придется рассказывать про мою жизнь в частном доме, чем я занимаюсь и как я это обустраиваю свое гнездышко. И если кто-то со мной будет, то, наверное, это все увидит. До свидания.